остановить безумие, выйти из системы разрушения. Проводник Ольга. Видео содержит прямую передачу. Мир, пробудись. Прах эго отряхни. И мысли новый путь открой, и чистый, и прямой. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Все уроки этих видеопередач, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала. Слушая это внутренним звуком души, утверждайте благодарность тебе, свободная Терра, единение, освобождение. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Мы начинаем сегодняшнюю программность. Сегодня мы хотим назвать его программность социума. Отторгаю, отключаю, удаляю. Социум – это система. Это программа, созданная частично теми, кто управлял человечеством, и большей частью – самим человечеством. И чтобы убедиться вам в том, что вы причастны к этой программе, мы сейчас немного проведем такую дискуссию просмотра «Каждый сам себя, в себе». Прослушивая эту передачу, вы сможете многое открыть для себя. И в правдивости этой, вы сознательно сможете выйти из этих программ и разрушить то, что вами было создано, каждым из вас. Находясь в себе, это находиться всегда в той составляющей, сейчас. Тогда это становится активатором силы у вас. И силы совершенно другой, не той, к которой вы привыкли. Это божественность могущества самого творения Творца. И когда вы находитесь в этом актуальном для вас, для всей планеты, для всего человечества, сейчас, вы отпускаете прошлое, вы его больше не подпитываете. Вы высвобождаете практически всю чакровую систему свою, даете ей право свободы. И чтобы это произошло, вам нужно как можно чаще находиться в своем солнечном сплетении, солнечном единении. И утверждения ваши должны быть очень чисты с собой, очень честны. Своим сознанием я нахожусь в сейчас, в себе, самом себе, самой себе. И как можно больше, многочисленнее, должны быть эти утверждения. Выйти на тот активатор собственный. Очень страстно этого захотеть. Выйти на тот активатор, намерение страсти, быть этим. И когда это право свободы так яростно, ярко, ясно заговорит у вас, вы начнете это своим не просто сознанием, это понимание вообще начнет увеличивать ваш диапазон мыслей. Ваш мыслительный процесс начнет ускоряться. А в ускорении он силен, он бесстрашен. И только в том, почему замедлили ваше развитие, почему произошла вся эта программность, и вы на нее согласились, только в медленном этом мышлении низкочастотных составляющих вы были подвластны их власти. Вот этой всей системы и их программ, которые управляли вами, совершенно отделены от божественности. И все, что им нужно было всегда, это забирать у вас энергию Бога, забирать у вас энергию вашу, каждого из вас. Энергия разделяется. Забирая физическую энергию, вы часто испытывали усталость, какие-то недомогания, какие-то беспринципные понимания того, что вы бессильны. Это когда идет физический забор энергии. А когда идет энергия волевого центра, вашего горла, вы тогда очень мало говорите. А если и говорите, то пустословие, которое ни о чем. То есть вы не созидательно говорите, не творите свет. А вы говорите в промежутках между помыслами. Не в единстве с мыслью. Не в порыве страсти собственных сердец, а в промежутке. То есть, это вне вас происходило. Но энергия волевого центра – это первичная энергия. Это воля, это сила, это могущество, это созидание. Она всегда была отдана им, тем структурированным элитным,
как вы их стали называть, правительство религиозного клана. И это происходило повсеместно. И к этому множество вас привыкли. То есть вы привыкли питаться на том малом оставлении энергии, который вам оставляли. Весь остальной они у вас забирали. И эта привычка пришла в такую систему, которая сотворила, ибо все творения происходят. И вот это творение как обволокло вокруг планеты и каждого из вас в систему эту. Она чем-то отличается у каждой страны, отличие имеет, но общность ее существует. Бесправие – это не просто покорение кому-то. Бесправие – оно также отражается в вашем организме, не только физическом, а во всех энергосистеме и физическом организме. То есть все слова, которые вы произносите, они завуалированы вот этой темной массовостью, вот этой всей системы. И они не воспроизводят те ваши желания, о которых вы иногда честно требуете. Только по той причине, что кабальность системы существует, и она вами признана. Даны согласия ваши. Вашим намерением признано, что все, что решит президент, то будет правдой, то будет истиной, и ему все дозволенность. То есть волевой свой центр закрыв, а закрыть его совсем нельзя, вы всю энергию стали отправлять в эту систему, которой управляет и забирает все небольшое количество их. И это правление, эта система пришла в состояние полного безумия, безрассудства. Везде, где нет энергии Бога, она безрассудна. Не имея энергии Бога, она не созидает. Все, что она делает, только разрушает. Разрушает ваш волевой центр, усиливает медлительность ваших мозговых волн и разрушает вашу физиологию. Это привело к безликости, безнравственности. И потакание всему тому, это привело к прославлению безумства. Самого безумства. Это нужно вам остановить. Вас много. И вам это доступно. Сотворили эту систему они, вы ее удерживали и кормили все это время. Доступны стали вы вторжению любой их программности, любого безумия. И что бы ни происходило, они легко и просто вами могут управлять. Ваша гортань, область горла, волевой центр, стал безвольным. Это не просто ваше безволие. Это ваша бедность, это не принятие золотых запасов планеты. Это ваше полное отречение от изобилия. И вам стало привычно ждать подачку от них, а не самостоятельно восстановить в себе это. И оно внутри, в своих энергоцентрах. И оно воплощаться будет в вашей физической. Ваша физическая оболочка начнет оздоравливаться, ибо для нее изобилие – это очень много силы, энергии, молодости. И ваше изобилие зависит от вашего волевого центра, от вашего звучания. И только вернув волевой центр на статус силы божественности, вам доступно будет разрешить выйти из нее и растворить все то, что вами было создано. Ваше соглашение расторгнуть со всеми эгрегорами, которые существуют, со всем тем менталитетом, что миром правит какой-то особый коллектив, особое существо. Это переходит из прошлых воплощений. И множество существ, которые пришли в это воплощение, принесли растворить, исцелить свои те же кабальные состояния, когда вы подчинялись королевам, царям. И это у вас у многих практически выходит где-то на подсознательных уровнях, на поверхность. И вы это не осознаете, а еще больше их принимаете. Потому что эта часть, которая у многих из вас стала выходить на поверхность для исцеления, вы ее стали, ту прошлую, загружать этой настоящей тьмой, президентами, банкирами, религией и так далее. Вам нужно на это просто посмотреть. Это та истина, которую знает ваше сердце. Там, в глубинах ваших сердец, вы это знаете, вам это ведомо. В тех составляющих, что называется душа, там это тоже известно. И души пришли сюда. И душа всегда приходит в какое-то воплощение для эволюции и для развития. Не для страдания, не для поклонения кому-то. Ибо множество душ ваших сюда воплотились, очень сильных.
и они знали и знают, что божественность – это основа их, а они из этого состоят. В ваших телах душа – основа вас. И поэтому божественность, свобода, изобилие – это основа вас. Это все заменили религиозным дурманом, туманом, в котором опять-таки какие-то количество служителей в черных рясах, только им это доступно, а уж с их позволения будет что-то там передано. Вы же понимаете, те настоящие части вас, что это не божественность порядок. Это обман. Это кабала всех управлений и религий. В какой бы стране религия ни была, она вся находится под управлением всех люциферианско-сатанинских программ. Религия находится именно там. И вот отсюда идет взаимообмен. Вы забираете смерть и ад у них, а им отдаете свои души, свою божественность, меняйте на их продолжительность. Вам это нужно знать. Это правда. Мы существа цивилизации, которая достигла высокого уровня Творца. И мы говорим только правду. В этом наша мощь и сила. В этом светимость всего мироздания, в этой истинной правде. И испытайте, начните говорить каждый сам с собой, сосредотачиваясь на области волевого центра. Произносите слова настолько внятно, настолько сильно, яростно, чтобы вы и ощущали, слышали силу, свободы. И тогда этот волевой центр начнет выравнивать энергию творения. Ту изначальную энергию, созданную Творцом, энергию Творца. В этом сила, в этом созидание. В этом могущество, в этом-то непомерная власть Бога, божественности на этой планете, в ваших сердцах, свобода ваших душ. И мирно-созидательное сосуществование каждой нации. Вам нужно увидеть, что люциферианская энергия, которую вы вначале как обманом приняли, является утопией. Она не дает двигаться, она не дает развиваться, она не дает эволюционировать. И вся религиозность, и все эти программы их настолько всегда поставлены на ненависть. На ненависть – это на ненависть самого жития, жизни и на ненависть друг к другу. И это происходило не только среди национальностей. Это происходило в ваших семьях, каждой семье. Вы так часто наказывали своих детей, своих близких. На самом деле самих себя убивали, разрушали. И как результатом, эта спецоперация, которая уничтожила такое количество человеческих душ и которая продолжает нести опасность планете и космическому пространству. И эта опасность ведет к тому, что ядерность стала превышать на планете. В какой бы она состоянии ни находилась, она всегда опасна. И когда идут взрывы, колебания планеты, нарушается сам ее ритм колебания самой планеты. И эта вибрационность вот этого нарушения может произвести, что самопроизвольно могут начать взрываться эта ядерность, которая находится на планете, и где бы она ни находилась. На каком расстоянии она находится от этого места, где взрывы идут, до того места, где есть ядерность химическая, это волна вибрации. И никто из них не сможет остановить или изменить. Эта волна вибрации самой планеты – это ее вибрационный цикл. И эти вторжения, эта злобность их разрушить все, вами не воспринимается. Вы пытаетесь на это не смотреть, не хотите это видеть. Не хотите видеть эту правду. И если вам раньше казалось, что если этот взрыв произойдет здесь, вы далеко от этого находитесь. Сейчас вибрации планеты изменены. Планета меняется, и она выходит на тот свободный свой статус, который она взяла. И вот это понимание для множества из вас кажется каким-то не совсем правдивым. Это истина. Все моря и океания задыхаются сейчас. Они удерживают вот эту ее вибрацию. Они помогают ей удержать хаотичность ее вибрации. Вся Кения. И массово человечество, которое остается в своем равнодушии или в каких-то ложных полуправдивых высказываниях. И если это полуложное высказывание, то это усиление тьмы хаотической вибрации. Вам нужно это знать. Это так просто.
Вы каждый находитесь на этой планете. И у вас ни у кого нет возможности сказать, что я не творил это зло, это тот руководитель. Нет. Вы были молчаливым послушным донором этой тьмы. Вы все находитесь в донорской этой системе. Если вы не выстроили, если вы не вернули свою силу своего волевого центра, вы остаетесь донорами этих военных действий. Каждый из вас. Ибо вы не просматриваете, не прослушиваете свои бессознательные, подсознательные также ритмы своих волн, своих звуков, что вы там творите. И высоты не проглядываете. Вы снова и снова проживаете в надежде тех обещаний религии, социальной этой системы, где само по себе как-то произойдет. Придут небеса и сделают за вас уборку, которую вы натворили. Как часто к вам в дом приходит кто-то и убирает за вас? Вы обязательно оплачиваете. Просто так никто не приходит и не убирает. И вот эта праздность вашего мышления привела к тому, что ваше солнечное единение заблокировалось вот этими включениями этой системы. И эта система находится в движении. Пока она находится в движении, в ней происходит вот такая хаотичность этой вибрации, идет возвратным, а она идет по кругу. Ибо этот круговой возврат, он может усиленным быть на том месте, где абсолютно в настоящий момент нет каких-то военных действий. И он может соприкоснуться, и там как раз может быть и биологическое, и химическое оружие. И вам нужно это знать. Это не глубокие познания биоэнергии. Это поверхность понимания, из чего состоит и что такое вибрация. И у множества из вас есть тот огромный потенциал, который был внедрен в ваши те составляющие, которые могут нейтрализовать огромные пласты тьмы. И это вы можете сделать только тогда, когда вы рассмотрите ту составляющую, о чем вы сейчас слышите, не глядя прогнозирование синоптиков и научных этих, а рассматривая внутри себя. Интуитивностью своей начнете проживать, жить, дышать. Она вас выведет на ту составляющую вашей силы, вашего аспекта в вас, в чем вы можете быть сильны. Поэтому множество из вас занимается не тем, не теми занятиями, которые ему нужны. Поэтому какая-то часть, получив какие-то ложные учения, перекрывала вот этот потенциал божественности в себе. А он очень важен сейчас. Для раскрытия его, чтобы можно было раскрыть ядерность этой планеты. И ядерность, она несет с собой то безумие, а она усиливает его, эту хаотичность. До конца их нельзя рассказать каждому из вас. Это вы в процессе поднятия своих умственных способностей, усиления волевого центра. И ваши более высокие аспекты вас, которые так долго находились в ожидании. Те, что в рассветные часы вас будет, пытаются донести вам ясность. Вы это все пропускаете. И вот это и есть, остаетесь в помыслах самой системы. В этом заключается вот эта угроза всего человечества. Вы не слышите, не полагаетесь на собственную силу, не раскрываете ее, а по-прежнему продолжаете отдавать туда световую энергию, умножать их и полагаться на то, что они ваши спасители. И это как раз с точностью да наоборот. Это та система, которая рушит вас, рушит планету. И эта опасность может миновать. Может быть остановлено немедленное прекращение братоубийства. Здесь каждый аспект созидания, каждый цикл созидания имеет свою актуальность. И в этом цикле созидания, которая пришла в мерность временную, в которую вы пришли сейчас, она является той знаменательной, что она созидает и исцеляет. Это одним можно таким этим, что если она созидает в единении с Божеством собственным, тогда это в исцелении и созидании одновременно происходит. Это начинается исцеление и созидание в собственных энергоструктурах. Каждый из вас должен это осознать и понять сознательно. Чтобы исцелить это все, вам необходимо исцелить в себе это. И немедленно. И только тогда вы начнете обладать силой Бога внутри себя. И эта сила и божественность через вас может многое сделать сейчас. Ваше вразумление,
Ваша линейность настолько ограничена у множества из вас. Ограничена тем пониманием, что «я говорил, я произносил», значит, сознательная часть меня произносила какие-то слова, возмущение, это созидал. Что делали ваши 98, а то и 99,9 у некоторых, пока вы плоскостью своей что-то выносили на поверхность? Этого очень-очень, понимаете, недостаточно было. И поэтому, чтобы увеличить эту силу в себе, нужна полная свобода внутри себя, внутри своих энергоструктур. И волевой центр выступает сейчас первично, ибо через звук, произношение, через звучание, через собственные тела вы можете обретать свободу непомерную. Звучать через меридианы, каналы, свою лимфосистему, лимфоузлы. Вы это оздоравливаете, освобождаете. Оздоровление – это дать свободу росту, свободу движению лимфы. Лимфа – это огромный стимулятор, который двигает ваши мозговые волны. Это та сила, которая у вас должна оздоравливаться, и как можно скорее. Выходить на вот эту ритмичность собственную. И у каждого она своя. Перестать верить бездействию, каббале, безнравственности, что она может спасти или исцелить. Все, что она может, это вторгаться и руководить вами, управлять вами. И усилить эту систему лжи, похоти, религиозного сатанизма. И вы не принимаете созидание, которое идет на планету. Вы находитесь в противостоянии всему этому. Если ваша вибрация, ваш звук, вам не слышен, вы находитесь против этой вибрационной частоты божественности. Вы это все принимаете теми 98, 99, которые во вне себя слышите. И поэтому божественность и те призывы, которые вы произносите, они лукаво-ложные. Вы их увеличиваете и призываете ложных спасителей. Вам это нужно вспомнить. Если вы долгое время призывали, служили религиозным, и сейчас произносите веления Profit, они звучат на той же ноте. Вы ломаете их частоту и вносите в них директив и только. Вам нужно это понимание раскрыть в себе, каждому себе. Насколько я честен, насколько я честно проживал в себе в правде вот этот час, вот это мгновение, вот этот день. Насколько я осознал угрозу жития стольких миллиардов. Ибо каждая ваша мысль может вредить миллиардам. Каждая ваша мысль может нести вред не только вам, но и множеству другим. Начните выборочно смотреть, что вы слышите. И очень часто вы находитесь в мышлении хаотическом. Когда не выстроен волевой центр, не освобожден, ваши мозговые волны находятся в том низкочастотном религиозном астрале, где вы слышите помыслы, уже может быть давно-давно созданные людьми, которых уже нет на этой планете. Вот так вредит своей статичностью, своей массовой хаотичностью тьма, которую вы также были в ней, также создавали что-то. И там тоже есть часть вашей энергии. Вам нужно это понять, принять истину. И множество тех, кто поклоняется идолопоклонничеству, должны тоже знать, что миссия световая не сдаст свою позицию никогда. И нужно понять, что вы проиграли. И вот это понимание должно вас, может какую-то часть вас, вывести на то, что свет победил. Свет вышел на ту изменяемость, где его сила превосходит, невзирая ни на какие уловки колдовства, предсказателей ложных и так далее. Нужна активная пробуждаемость. Свет вышел на тот уровень созидания, где тьма расшатана. И чем больше она расшатана, тем она опаснее для множества тех, кто хочет быть собой, но повторяет лукавство чьих-то учений, обывателей, не веря в свою силу божественности. Только это нужно сейчас соединять, силу божественности, в себе. Но только не религии, а божественности настоящей. Мы не приводим сейчас в пример великих наставников, которые существуют на вашей планете, и которые борются так яростно за каждую вашу жизнь. Вы их отвергаете. Вам нужны такие понимания, чтобы достичь какого-то уровня света.
Вам нужна кропотливая, ежеминутная, ежедневная работа с собой, со своим исцелением собственных ингредиентов себя, которые находятся в вас, и их освобождение. Просматривая предыдущие видео этого канала «Новое пробуждение человечества», вы можете много открыть правды и той истины, которая дает силу. И слово «истина» настолько превалировано над хаотичностью стало, над бравациями. Хаотичность бессильна. Истина ее разрушает, раздробляет. Истинность, она дает силу, собирательность. Могущество тогда в дыхании, в сиянии тех сердец, которые раскрыть вам нужно как можно скорее и необходимо. У вас на это всегда есть возможность свободы той настоящей. Свободы помыслов, свободы волевого центра. И когда слово «свобода», вы привыкли это сопоставлять с физическими тюремными какими-то казематами. И вы никак не можете понять, что свобода – это ваш волевой центр, ваше дыхание. Свобода первичности в вас. И когда она начнет в вас утверждать, как хотите, с какими-то физическими упражнениями, движениями, вы увидите, как много вы начнете понимать и быть ею. Это слово чарующей силы, могущественной силы, свобода. Ему ничего нет равных. Поэтому верните себе то, что дал Творец, это свободу. И даже двумя словами: «Я свободна от этой системы, я свободное существо. Я свободен от ингредиентов родительских программ, от всех родственных программ, от всей учительской системы», еще и еще раз поднять и выговорить. От всей религиозности, от всей системы страны. И вот это пропускали. Каждая страна по-своему внедряла, чтобы разнообразием, чтобы не видно было эту систему общности всей цивилизации. И малейшие ваши произношения проглядывать, просматривать как можно чаще, о чем я думаю. И слово «ответственность», «свобода» должно возвратиться в вас вот эта мощь. Вот это настоящая мощь созидания световых составляющих, световых кодов в вас. Это коды, которые имеют громадную силу, ее даже невозможно сейчас передать. Показываем существу, которое озвучивает все это. Мы показываем небольшую группу нас. И какая сила нашего света идет на вашу планету? Нас совсем немного. Она нас хорошо явно видит. И какая сила идет. И вот смотрите, как этот свет начинает приниматься больше всего природой, деревьями. А множество из вас, те 98, которые в вас, просматриваете, там стоит четко почитание религиозного правительства, почитание властности их и полное отторжение божественного света. И в этом стоит вся задача. Сколько бы вам ни пытались помочь, вы, множество вас, отторгаете этот свет. В подсознательных уровнях вы это не принимаете. Примите это как истину и начните разрушать вот эту властность чью-то, а не божественность в вас. Верните властность божественности в себе и на планете. И она отличается от человеческого такого понимания, что кто-то за вас это сделает. Божественность обладает сознанием единого Творца, где четко выражено «самостоятельно» все сделать. То есть проявленность божественности утверждает именно замысел Творца – свободы, свободы изобилия, свободы всего. И это необходимо восстановить каждому из вас во внутренних своих утверждениях, намерениях, внутренних чертогах своих подсознательных, как вы называете. Но так мало вы принимали ответственность, так мало в нее верили, так мало утверждали, и поэтому то подсознательно-бессознательное стало главенствовать. И там программность именно Люцифера, где божественность бессильна и где только властвовать. И это есть в вас. И вот за счет этого вы умножаете и удерживаете зло. Поймите эту истинность. И начните ее менять в себе, собственными утверждениями, настойчивым произношением, единением собственным дыханием, звука волевого центра, области гортани. Начните любить это. И утверждения должны быть очень яркими, яростными.
и вместе с тем настолько уверенными в том, что созидал все, что вы видите, все, что вы знаете, все, что создано, это создано единым сознанием Творца. Все, что вам нужно, это настойчиво поверить и делиться этим с другими. Вот тогда вы спасаете себя. И планета услышит вас и спасет вас. В единении будет это спасение свободы. Еще и еще раз обратите внимание на ложность тех программ, на ложность каких-то учений, с которыми вы соглашались. Пересмотрите это внимательно. Вся сила находится в вас внутри. Вы ею не пользовались. Восстановив божественность, отдав все приоритеты своей душе, своему ингредиенту радости. Ибо созидает природа и творит в любви и радости. Уберите печаль. Сдвиньте ее. Выйдите из этой парадигмы. Даже если пока что у вас ничего не произошло глобально, а вы выходите. И утверждайте, что вы имеете власть в себе. И это и есть признание самой божественности в вас. Оно находится в вашем дыхании. Множество из вас, утвердите себе, когда вы будете это слушать, что мир, в котором я проживаю, создан Творцом и создан из света. И светом я хочу быть, и истинностью, правдой, ответственностью. И тогда вы поймете, как велика ваша сила. Мы не будем озвучивать, сколько нас. Но нас просто представители цивилизации Вега. Мы просто так говорим о себе. Вы не сравниваете нас с другими видео, где там говорят очень утрированно. Мы настоящая цивилизация. Цивилизация световых кодов. Принимая природу, а ваши сердца закрыты, забетонированы вот этим социумом. Слушая это видео, выйдите из этой системы. Пообещайте себе то, что вы ее покинете здесь и сейчас. И станете той свободной сущностью, которая так много может, которой даны такие огромные возможности, которая обладает такой мощью и не пользуется ею. Будьте той настоящестью творения Творца. Верните это все в себе. Раскройте, усильте. Прослушивайте эти видео, предыдущие видео этого канала, новое пробуждение человечества. И те прямые передачи, которые так часто мы проводим на этом канале. Встряхнитесь, трепещут ваши души, когда вы это слышите. И только та плоскость рассудка не дает вам это слышать. Постарайтесь услышать эту истину вашей души, усилить ту оборачиваемость мозговых волн. Услышьте, и вы растопите тьму и восстановите мир в собственных душах, гармонию собственных энергоресурсов, в составляющих, и свободной станет та ваша настоящесть. И вы увидите ту красоту этой жизни, вы ее создадите. Вы пересоздадите то, что было создано вами. Помните каждый из вас. Торопитесь пересоздать то, что я сделал в прошлом в лукавости, во лжи, в похоти. Верните сознательно более высокий уровень сознания в себе и на планете. Поблагодарите ее. Полюбите ее. Поблагодарите ее за все, и в такой взаимной концентрации благодарности восстанавливается то единение с планетой, которое даст силу и вам, и планете. Одним словом, восстановление божественности всюду и повсюду. Сила свободы. Курс дельфины. Проводник Ольга. Курс содержит прямую передачу. Все уроки этого курса, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала.
Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Та сила, которая нам дана, она усиливается сейчас, в сотни тысяч раз. И нам ее нужно взять, по-настоящему честно принять. Нам необходимо ею стать, не просто взять. Чтобы снести все эти безумные планы их, тех, кто потерял все, и в своем безумии пытается уничтожить человечество и планету. Нам необходимо громко всем об этом вспомнить и восстановить ту изначальную проводимость световую и непомерную благодарность единства с планетой. Стать этим и навсегда потерять все страхи. Дать сиять своему солнцу внутри себя. Это самые важные дни. И нам необходимо успеть здесь как можно больше активировать в себе эту силу. Вспомнить, что совершенство наше находится в нас, внутри. Это то волшебство, которое так долго ждет своего пробуждения в нас. Это то волшебство, это та величественная, естественная, волшебная сказка, о которой мы так много подзабыли и даже в детстве не мечтали. Нам ее необходимо достать, раскрыть, понять и принять. Решайтесь. Решительности всем. И делитесь этим как можно больше и чаще. Нам всем это очень нужно. Курс «Дельфины». Благодарность наша непомерна творением Творца, Сириуса, дельфинам и китам. Они незримо обучая нас любить самих себя и все творения Создателя. Приглашаем на уникальный практический онлайн-курс. Обучение, которое ведут Плеяда, Сириус, дельфины. Настоящая активация божественности, изобилие в единении осознанном принятии денежного изобилия. В ускоренном режиме способствует поднятию в себе божественности, усилить безусловную любовь. Активация чакровой системы. Восстановление баланса женской и мужской энергии, гармонизация. Исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела врожденное. Техники выравнивания внутреннего позвоночника. Вертикальное дыхание, способствующее синхронизации правого и левого полушария. Восстановление вибраций собственного голосового звучания. Освобождение рассудочной части, воссоединение с божественной основой. Техники усиления интуиции, первого чувства. Открытие нитей ДНК. Принимая сердцем чистый свет в честности, возможно совершить мощный прорыв. Усилить магнетизм в себе, принимать потоки 5D. Решайтесь, нет возможности откладывать. Воссоздать силу божественности в себе. Важность этого обучения в том, что честное принятие даст возможность передавать мудрость другим. Все это глобально для всех и касается каждого. Важно сейчас действовать честно. Спасаем самих себя в единстве. Ясности, решительности всем. Приглашаем всех к познанию силы божественности в себе. Вопросы и запись по номерам в описании.